Отож, друзі, як ви бачите, Вітя не з'явився в кадрі, ви маєте тільки здогадуватися, де він подівався. До мене вже завітала гостя, з якою сьогодні ми будемо робити новорічне... Я на місці, хочу сказати, я з'явився, а я думала, вже не повернеться. А ні, дорогі друзі, дійсно, хочеться мені представити нашу гостю, яка завітала до студії. Ви розумієте, інки будуть робити манікюр. Ось так, робота на телебаченні. Я пропоную все ж таки 8 її зробити пальців, за 2 нехай платить. А то звикаю, це то безкоштовно, розумієте? Сьогодні у нас гостяк Ірина Кладаєва, майстер з манікюру. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали. Будемо робити красу, я так розумію. Я буду тільки спостерігати. Ой, доброго дня. Спостерігай за нами. У мене перше до вас питання. Який манікюр є модним зараз у 2016 році, який наступає вже? Сейчас такие тенденции, наверное, начну с того, что маникюр в первую очередь это красивая ухоженная ногтевая пластина. Вот. И говорим о том, что накануне уже новый 2016 год, это вот веселой такой огненной обезьянки. Это мирик, я хочу трошки зазначить. Вот. И поэтому все насыщенные, красные, оранжевые тона, все это будет как нельзя, как бы, кстати, да, предложить нашим клиентам. Вот. И всегда, когда клиент приходит, я хочу сказать, что есть, конечно, так или иначе, в силу сезона, да, вот mm-hmm. перед Новым годом, это всегда какие-то блестящие, красивые дизайны, но новогоднюю тенденцию, да, никто не отменял. И, конечно, сейчас наши модницы, они приходят за красивыми, какими-то блестящими маникюрами, да, где-то мы, где-то просят нарисовать обезьянку, какие-то красивые вензеля, вот. И я думаю, что каждый мастер должен это предложить. Вот. А то, что касается, ну, модных тенденций, конечно, есть мода на какие-то особенные цвета. Вот, скажем, какой сейчас, цвет сейчас актуален? Сейчас, ну, я, конечно, тоже пользуюсь информацией и каких-то своих источников, вот, там, где я обучаюсь. И сейчас... И запрос, наверное, всех наших клиентов, то очень часто спрашивали цвета, вот цвет такой марсал, это все оттенки темных, винных оттенков, насыщенно-красные, вишневые mm-hmm. цвета. Вот почему-то чаще всего хотели нанести именно этот цвет. Что сегодня будем делать мне? Я повністю добираюсь вообще. Витя, я с тебя зараз полыня зроблю, не вмішуйся. Так как Киночка у нас вот обезьянки, вот я покажу дизайны, которые, в общем-то, все возможно сделать на ноготках. И работая мастером, я расскажу, какие сейчас дизайны в спросе, какие дизайны легко, красиво можно сделать, предложить нашим девочкам. Вот, и, наверное, о тех тенденциях, которые сейчас действительно интересны вот, нашим mm-hmm. девчонкам, нашим женщинам. И все это мы можем сегодня продемонстрировать вот, на Иночке. Давайте розпочнемо, бо мене вже зацікавили, вже заінтригували. Да. Що робити, що від мене необхідно? Да. Ну, вот, знімай пальці. Например, если вот девочка захотела сделать красивое современное покрытие, конечно же, ей надо прийти к мастеру и... В первую очередь сказать, чего бы вам хотелось. Ну, такие вопросы мы задаем, да, когда приходят клиенты. У Иночки сейчас нет покрытия, у нее красивые свои натуральные ноготочки. Мне так нравится слово покрытие, как вроде бы, знаете, в машине. Тюнинг делает, там покрытие меняют. Да. Конечно, еще хочу сказать, что ну, у меня есть опыт преподавания, я работаю сама мастерами, у меня работают девочки. И сейчас вообще ногтевой сервис, он развивается настолько интенсивно, появляется очень много современных покрытий. Вот. Ну, это цвета, это всевозможные палитры цветов, это гель-лаки, которые наносятся быстро, хорошо носятся. И, в общем-то, удовлетворяют все желания наших клиентов. Вот сегодня я Иночке тоже хочу предложить такое же покрытие. Это будет гель-лак. И вот если интересно нашим зрителям, да, наверное, я расскажу, потому что те, кто делают такую услугу, они, в общем-то, об этом уже много знают. Ну, а кому интересно, можно будет сразу и об этом рассказать больше.
Гель-лаки – это такой некий гибрид между лаком и гелем. Сейчас это очень востребуемое такое покрытие, потому что оно отвечает запросам современных девушек, девочек. Наносится быстро, носится долго, смотрится красиво, натурально. Вот. И сегодня мы Инночке тоже сделаем вот такое покрытие. Наверное, нашим девочкам будет интересно, как поочередно это все выполняется. Угу. И мне кажется, что чем больше знает клиент, тем, наверное, он, приходя к мастеру, может задать все вопросы, и мастеру уже сложно будет сделать что-то не так своему клиенту. Угу. В первую очередь, когда вы приходите на такую услугу или вообще услугу маникюра, вот, мастер должен посмотреть на ваши ручки, сделать такую некую диагностику. Угу. Вот, это в каком состоянии ваша ногтевая пластина, вот, пальчики, кутикула, необходимо ли сделать предварительную такую чистку, маникюр. Вот, и, конечно же, поинтересоваться, чего бы клиент хотел. В данном случае у Инночки очень хорошая своя длинная ногтевая пластина, вот, крепкая, поэтому услуги гель-лака вам можно предложить, в общем-то, смело. Вот. В первую очередь мы должны... Переходим до подготовочного этапа. Да. Вот. Мы должны ручки обработать. Вот. Это может... Даю вам свои ручки. Да, это могут быть просто специальные антисептики, вот, которые быстренько наши ручки... Вот так. Да. Вот. И следующий. Теперь? Да. Теперь мы смотрим на свободный край. Свободный край – это наш натуральный ноготочек, который вот уже, это длина. Немножко отрастает. Да, немножко отрастает, совершенно верно. Если вас устраивает ваша ногтевая пластинка, вот, то, в общем-то, мы можем оставить в том состоянии, в котором вот она есть сейчас. Угу. Но, как правило, немножечко можно возле пальчика, да, я буду говорить, такими терминами, где-то то, что касается ногтевого сервиса, возле боковых валиков нам немножко можно придать ей красивую округлую форму. Угу. Если девочка хочет формочку квадрата, то тогда мы просто пилочкой для натуральных ноготков мы аккуратненько обрабатываем. Зараз мои нігтики, я правда не знаю для чого, але поміщені у таку штуковину, я не знаю, що це таке. Это специальная лампа, LED-лампа, современная, которая помогает очень быстро подсушить гель-лак. Mm-hmm. Вот, то есть это очень современные такие хорошие лампы, которые ускоряют время работы, вот, и, конечно, помогают мастеру сделать услугу намного быстрее. Про базу и основу хотелось бы дізнатися, що ми наносили мені на нігтики, тому що, думаю, моїм телеглядачам це дуже цікаво. В первую очередь, для того, чтобы нанести гель-лак, нам нужно подготовить ногтевую пластину. Mm-hmm. Нужно ее очистить, обезжирить. Вот, если сложная, да, если сложная ногтевая пластина, вот, то можно нанести еще праймер. Это тоже специальные средства, которые адаптируют ногтики для того, чтобы гель-лак носился лучше, крепче и больше по времени. Вот, Инночке мы все это уже проделали. Почему оно у меня что-то вымыкается? Да, лампа просто автоматическая, она сама включается, выключается, в общем-то она сама разумеет, что она необходима. Да. Мы уже одну ручку подготовили и нанесли базу, и подсушили ее. Можем ручку доставать. І хочу показати, щоб вони одразу стали такі блискучі-блискучі. Да. Гарненькі-гарненькі. Наче блиском намазані. А то що ми робимо далі? Да. Зараз ми можемо вже нанести цвіт. Тож ми обираємо такий сірий, як я розумію. Оттінок, да, оттінок такий сіро-голубой. Угу. Да. А такий несколько зимний оттінок. Вот. Ми наносимо його. Да, ми акуратненько його наносимо. Так. Ну, начебто поки що як звичайний манікюр, як звичайним лаком. Так і єсть. Так. Гель-лак, он наноситься очень тоненько і очень похож на лакове покриття. Угу. Вот. Но його большое преимущество в том, що його можна... Я хочу показати нашим телеглядачам, що у нас поки що виходить. Бачите, бо зовсім як до каблучки. Ви з кольором просто вгадали. Совершенно верно. І ми поміщаємо одразу лаку. Так, і под... Друзья,
друзі, ми знову повертаємось до вас. Я знову у цій чудо-машині, у цій лампі. Хочу сказати, що мені вже встигли нанести ще один колір на нігтик. О, воно. Хочу вам показати, що у нас поки що виходить. Ось так в мене синьо-білий поки що. Гарненько так. Что мы будем делать дальше? Мы сейчас немножко добавим блеска, потому что блестящий, красивый какой-то дизайн, он очень актуален зимой, вот как красивые елочные игрушечки, любые блестящие дизайны, они очень зимой подходят. Вот, мы сейчас, да, нанесем. Наносим? Да, да. Благодаря тому, что есть на гель-лаке так называемый липкий слой, вот, с помощью него можно сделать... Як гарно, одразу так засніжено, по-новорічному. Да, очень красиво. І немножко підсушуємо в нашій лампі. І одразу до лампи. Після того, як зараз ми висушимо, що ми також будемо робити? У нас є красива блестяща основа, і на ній ми нарисуємо якісь красиві сніжинки і красиві вензеля. И очень здорово, что рисунки, которые мы выполняем гель-лаками, гель-красками, они носятся очень хорошо до конца носки нашего покрытия. То есть это 2-3 недели. Отож, 2-3 тижні я буду ходити. Совершенно верно. Я десь чула про те, що це також залежить від того, як відростають нігтики. Ось так, хочу показати, як воно блищить. Ось так, поблискує, бачите? Як зірочка маленька. Можливо, не бачите, але воно гарно блищить. Совершенно верно. Как отрастает ногтевая пластина, у каждой девочки это индивидуально, у каждого человека. Mm-hmm. Потому что у кого-то рост быстрее, интенсивнее. И, конечно же, вот этот период носки гель-лака, он у всех тоже индивидуален. Mm-hmm. В первую очередь, он, конечно, зависит от того, насколько крепкая своя ногтевая пластина. Мы теперь закрепляем это, совершенно верно. Наш лак. Да, да. Это топовое покрытие, которое мы закрепляем. Но мы будем рисовать еще снежиночки. А, у нас еще будут снежиночки, боже, будут действительно снегуронькой. Да. То есть так, мы помещаем подсушим нашу лампу. Да. Снежиночки, я понимаю, что это очень актуальный сейчас тренд. Конечно. То есть чем мы будем их малювати, что для этого нам необходимо, и чи могут девчата сами дома сделать себе снежиночку на маникюре? Конечно, наши девочки вообще мастерицы, я хочу сказать, потому что, приходя в салоны, они видят, там, чем работает мастер, вот, убеждены в том, что это легко и просто, быстренько бегут в магазины и все это дело покупают. У кого-то это получается, вот, но хочу сказать, что, может быть, со стороны это выглядит несколько легко, но... Справедливо, всему треба навчатися. Некоторый навык, да, надо иметь, что касается рисования. Так, мы робимо маленькую такую ляпочку на крышечке. Да, это для того, чтобы мы гель-лак использовали как краску, которую мы будем рисовать. То есть и малюем он, да. Боже, дуже-дуже тоненьким пензликом. Очень, да. Так, давайте трошки повернемо, чтобы наши телеглядачі могли побачити це. И мы рисуем вот такую снежинку. Ось так. Это такая звездочка, там мы поставим. Дизайны можно выполнять, ну, абсолютно все и различные, потому что мы привыкли к нарощенным ноготочкам, и вот все дизайны, которые успешно использовались в наращивании, это все можно сейчас смело перенести в дизайны гель-лаками. Так, и мы наносим трошки блискитку одненько. Маленький такой камешек, такую стразинку. Давайте дополним еще такую маленькую звездочку, чтобы дизайн у нас был полным. Тоже наша розмова, на жаль, уже доходить до кінця.